Угадайте, что получится, если на одной дороге встретятся гонщик-профессионал, девушка-журналист и звезда. А получится программа «Автогость» от M2 Motors. Ну, раз ты в синограмме все-таки немножко разбираешься, да. Сегодня у тебя будет небольшое задание. Ты будешь сегодня у Паши штурманом, это так предварительно. Ну, о, боже. Синограмма небольшая, короткая, и в принципе будет несложно, будет, должно быть весело. Ну давайте. Я, кстати, когда-то была уже штурманом в Стамбуле в прошлом году. В итоге мы Босфорский мост проехали 5 раз. Поэтому там большие развязки? Я просто пару раз провтыкала поворот. Ну, это нормально. 10 левый 0. Угадайте, что получится, если на одной дороге встретятся гонщик-профессионал, девушка-журналист и звезда. А получится программа «Автогость» от M2 Motors.